Итак, прекрасная солнечная Аланья. Посмотрите, друзья, какие виды. И сейчас мы вместе с вами пройдем в Антерас, он так называется, новый жилой комплекс. Здесь, значит, есть макетики. И мы сейчас пройдем, посмотрим. Я вам попрезентую и, конечно же, сам покажу. Мы тут, собственно, с этой гвардией, наш турецкий сопровождающий. Вот такой шикарный офис. И все, и можно заходить. Тут небольшая фотосессия девчонок. Они сейчас тут пофотографируются вот с основным представителем. А мы пока сами полюбуемся видами этими шикарными. Слушайте, я не знаю, вот правда, друзья, купить квартиру вот с таким вот видом, наслаждаться и кайфовать, ходить к морю, даже просто приезжать в свой отпуск, а потом сдавать непосредственно это жилье круглый год, это классно. Вот мы, собственно, давно уже думаем про недвижку здесь, и очень нам, я считаю, что нам очень повезло, что ребята тут, ребята занимаются этой штукой всей, и у нас есть такая возможность все разузнать, с вами поделиться и, возможно, с кем-то даже стать соседями. Пойдемте в офис. Добро пожаловать! Мы в офисе, и, конечно, сразу же макеты. Это который вот мы показывали, правильно? Да, это Антерас Хилл. Вот, это и есть Антерас Хилл. Это вот как раз на макете он вот так смотрится. Я обожаю вот эти все миниатюрные версии. Слушайте, класс. Вот так вот будет выглядеть. То есть это для, больше, наверное, для семей. Вот, к примеру, таких, как мы. Когда нам не нужно, чтобы у нас все кричали и так далее и тому подобное. Вот здесь вот с детьми на площадочке погулял. Вот сюда вот прошел в бассейн. Серенькая это кафешечка. Классно. Здесь еще если на машине приехал, так свою тачечку парканул. Балкончики. Причем вот балконы, что мне очень нравится, они не пересекаются. Видите, здесь балкон и вот балкон. И как бы получается, ты не смотришь соседу. Ну, естественно, вся территория в зелени, как вот все, собственно, и любят все. Кайф, просто кайф. Так. Немножко пользуясь возможностью покажу офисы. Вдруг меня кто-то смотрит из ребят, которые в России занимаются недвижимостью, то вот смотрите, вот так шикарно выглядят офисы, встречают, все подсвечивается, все очень красивенько. Да, классно. Мне лично очень нравится подход у турков, как они подходят ко всему, к строительству, как они подходят к подаче блюд, к завтракам, ко всему. Вот, мне кажется, это из глубины уже идет, что они очень себя любят, и они вот свою любовь, они вот так вот передают всем нам. Ну что, мы сейчас заходим, и здесь сейчас будет презентация. Ну, слушайте, очень здорово. Офис, панорамное остекление, все, как я люблю. А какой вид, а я просто кайфую. Да. Мы сейчас, в общем, приехали в офис, где будет сейчас проходить презентация Антерас. Девушка нам сейчас будет рассказывать все по-русски. И, соответственно, вам лично меня заинтересовал этот комплекс. И сейчас интересно все дело послушать. А по ценам нам сейчас тоже скажешь? О, шикарно. Ну да, вообще классно. Один в поле. А мы туда съездим. Да. От 62 здесь квартиры остались. От 62 тысяч евро? Да, он сдается в сентябре уже. В этом году, в сентябре? Да, следующий, 22-го. А, 22-го. В сентябре уже сдается стройка, уже начали. Это 1 плюс 1 будет? 1 плюс 1, да. 55 квадратных метров. 55 квадратных метров, запоминаете. От 62. Нет, также есть 2 плюс 1. Да, есть дуплексы обалденные на верхних этажах и дорогой с видом на море. Далеко не один входит. 2 плюс 1, 9 и 10, да, дуплекс. Там 3 осталось. Вот, пожалуйста, такая сауна.
все это будет включено в проживание. Спортивный зал. Ну все, и это все сдается уже через год. Можно начать здесь жить, либо приезжать, как я изначально сказал, на свой отпуск, там, на месяц, на полтора, либо как мы там на зимовочку вообще стартанул, и класс. Хамамчик. Кстати, еще. Ну и вот, собственно, пошли квартиры. Вот у вас вид на море. Ну и панорама, это, конечно, любовь, моя любовь. Смотрите, какая красивая. И они, получается, будут вот прям вот так вот. Да, вот такая кухня, только без техники. То есть за 60? 62 тысячи, да. Самое дешевое. А если мы хотим поставить технику? Нет, это другой комплекс. Но здесь тоже можно укомплектовать примерно 10 тысяч евро. 10 тысяч евро. Да. Ага. Чтобы все укомплектовали, все порядок. То есть у вас будут ложечки, вилочки, там все-все-все подряд. То есть заезжай, живи и ничего больше не покупай. Так, и вот, собственно, картинка. Где он будет? А можно чуть вернуть туда? Верну. Вот, вот это. Так, это вот комплекс. Море 1300 метров, да? Да. Ага. Можно пешочком прогуляться, можно будет на машинах, которые предоставляют 3 раза в день. Так, в общем, вот это вот 1 плюс 1. Вот такая будет квартира. Вот именно так она будет выглядеть. Вот. Сейчас мы с вами все вот это посмотрели, и сейчас выдвигаемся на место строительства вот этого жилого комплекса. Вот он еще на экране за моей спиной. Здесь уже, говорят, стройка идет полным ходом, здесь уже заливают бетон, поэтому я думаю, нам сейчас вместе с вами будет очень интересно посмотреть, значит, что вокруг, полетать, естественно, дроне и пропитаться этим местом. Поехали. Мы сейчас выдвинулись, значит, в комплекс Антерас. Едем сейчас до него по горам, тут так, по серпантинам. Хочу немножко вам показать виды. Я не знаю, у меня глаз радуется от вот этих вот банановых всех плантаций. Просто великолепно. Вот там, видите, просвечивается море. Какие виды, а? Ну какие же виды. Блин, самое что интересное, что в России за такие деньги вообще ничего не купишь. А здесь столько всего ты получаешь. Вот мы подъехали. Опа! Антерас Хилл это называется. И я сразу сходу могу вам сказать, что я такой ревизор строительства. Вот он трактор копает. Вот, собственно, вот прям вот на вот этом месте будет и этот комплекс. Кайфую от того, как турки на таком маленьком клочке земли могут спокойно построить такой жилой комплекс, блин, где будет вообще все, хамамы, басики и так далее и тому подобное. Интересно, я вообще, друзья, впервые в жизни нахожусь на стройке, вот прям как человек, который что-то вот показывает и презентует в строительстве. И, конечно, интересно, вот копают, стройка идет. Вот так вот. То есть вот тут вот он будет, ну тут все выкопают, это понятно. Ладно, я не силен в строительстве, не буду умничать. Будет вид на горы. Раз просвет, два просвет. Здесь соседний жилой комплекс. И у вас будет вот самые кайфовые виды. Это на море, то, что в презентации показывали, где панорамное, значит, остекление. Вот, вот он будет вид. Ну, здесь шикарно. В принципе, вот, в любом месте, где вы будете брать, выбирайте. Есть сейчас выбор. По самым сладким ценам, друзья, вы можете сейчас приобрести горы. А вот он, Азура Парк, про который я тоже начал вам говорить. Мы живем как раз в нем. У нас тоже вот тут с террасы вид на горы. Вот наш сам комплекс, в котором непосредственно мы и живем. Ну, интересно, прикольно. Давайте, знаете, как еще сделаем? Сейчас запустим дрон. Здесь, конечно, очень много проводов. Кран работает. Надеюсь, не помешает мне взлететь. И я покажу вам, как это все будет выглядеть с последних этажей. Девятиэтажное же, да, здание тоже будет? 12. А, даже 12-этажное здание.
Я считаю, что данный комплекс, ну, очень перспективный, если вы хотите инвестировать в недвижимость Турции. Поэтому, если есть свободные деньги и большущее желание, как говорится, главное захотеть, то пишите ребятам в Инстаграм, говорите, что от нас вы получите великолепные, шикарные бонусы, трансфер, проживание, все показы. Все будет совершенно бесплатно только для наших подписчиков, если вы скажете, что от канала «Семья на чемоданах» и от меня лично, от Славяна. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в новом видеоролике. Пока!